Добрый вечер, ребята! В эфире я, Левушка, и мои друзья Андрюша и Маша. Привет! Привет! Я должен вам сообщить, что наш конкурс на лучший рисунок завершается, и вас ждет новогодний сюрприз. И некоторые из вас получат вот такие пригласительные билеты на новогоднюю передачу у Левушки в гостях. Но те ребята, которые не успели отправить свои письма и рисунки, не расстраивайтесь и не отчаивайтесь, пожалуйста, ведь у нас с вами еще целый год впереди, где вас ждут новые игры, конкурсы, сюрпризы и подарки. А сегодня мы вам прочитаем письма и покажем рисунки от тех моих друзей, кто вовремя успел отправить. И вот первое письмо. Здравствуй, Левушка. Пишу тебе письмо. Люблю смотреть твою передачу. Она мне очень нравится. Посылаю на конкурс свой рисунок. Хочу выиграть. Ну что ж, если хочешь, значит выиграешь. У меня есть братик Артем. Ему 4 года. Он тоже любит передачу у Левушки в гостях. Что ж, мне очень приятно, ребятки. Посылает тебе рисунок. А я учусь в 1 А-классе базовой школы Можаев Тимур, а живу город Углич, улица Февральская, дом 33, квартира 5. Ну что ж, здорово просто. Можаев Тимур и Можаев Артем. Спасибо вам, ребятки. Ну-ка, где наше следующее письмо? И это даже не письмо, а просто рисунок, который нарисовала девочка Юля. Ей 4 года. Это, наверное, та, что мне звонила недавно. Ну-ка, посмотрите, ребята, пожалуйста, какой очаровательный Левушка у нее получился. Ой, а с другой стороны что-то написано. Так, помогала старшая сестра Настя. Вот какая умница, правильно. Надо помогать своим младшим сестричкам и братишкам. Машенька, давай следующие поделки и работы. Юрочка Беломыцев, вы посмотрите только, ребята, какая поделка чудесная. Это тигр, как я понимаю, из пластилина на картоне. Ой, какая аппликация. Замечательно. Так, и он ведь еще одну работу прислал. Там, по-моему, рисунок про рыбалку. А ну-ка, Машенька, покажи нам, пожалуйста. Так, вот, смотрите. Рыбалка идет полным ходом. Так, держи, Машенька. И последнее письмо, которое мы получили, нам пишет, пока еще не знаю, кто пишет, читаю. Привет, Левушка, пишет тебе, вот, Валя Воронов. И мой брат Кирилл. Мне 8 лет. Учусь я во 2 классе средней школы номер 7. Рисунок нарисовал Кирилл. Валя и Кирилл Вороновы. 11 декабря. Вот, ребятки, вот такое письмо нам прислал Валя. А его брат Кирилл нарисовал вот такой вот замечательный рисунок. Вы посмотрите. И написано: Левушка смотрит мультфильм. Ой, мне ничего не остается сказать, как только то, что Левушка со своими друзьями смотрит мультфильм. Ну, а нам остается пожелать вам спокойной ночи и, конечно же, до скорой встречи. Пока, ребята! Пока!